Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Самамнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Дайам Гопиджано Самаюктам Биндаванам Манухарам Ванчакалпатарвасакипасиндубевача Патитанам Павани Бхавишнавибхьо Наму Намах Мукамкароти Вачалам Пангунглам Хайтагирим Яткипатамахам Ванде Парамананда Мадхавам Бриндавай Тулсидеббай Пиявай Кешава Сача Шна Бхакти Паде Деви Сатва Баттвай Наму Намах Нараяна Намаскритта Наром Чайва Нароттамам Девин Сарасватин Вьясам Тато Джайо Мудире Шанкиртане Кришна Катхупадеше Гаурия Патрасья Пракаса Неча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамадакша Джагод Барану Дейям Сада Парибхавагнам Авишта Духам Тетхас Падам Сива Вирунчинутам Сараньям Виттатихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаранаравиндам Ятпадапаллаванакачандамани Чатая Биспуриджита Кемапикабхавадуршвадарши Пурнанурагра Сасагра Сарамуртихи Сарадикамай Кадапанкаруши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Аджануламбита бхужау канака бодато, Санкиртанай капитаро камала ятакшо, Вишамбару дижавару джугадхарма пало, Банде ягат приякару. Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Суроир Бандито Дибхарупам Бхуктин Чамуктин Чатада Синитам Бхаван Рупен Сада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Табам Бхагам Нараяно Прияманго Мадапхарам Варанаси Пурапати Бхаджави Санатам Вагишаджуша Бадане Лакшмирджаша Чабхакшаси Джасьясте Хридае Самбит Твам Нисингамахам Бхаджи Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам.
Ram Ram Hare Om Namo Bhagavate Paramahansa Rasasadito Charana Kamala Chinma Karandayo Bhakta Janamano Sanivasayo Sri Ram Chandraya Namo Namaha Om Namo Bhagavate Paramahansa Rasasadito Charana Kamala Chinma Karandayo Bhakta Janamano Sanivasayo Sri Ram Chandraya Namo Namaha Gauriya Goshtipati, Sisila Bhakti Siddhanta, Saraswati Goswami Jagat Prabhupada, Paramahansa Jagat Guru said that, still today, Гурджи Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что до сегодняшнего дня южноиндийские люди не могут понять великолепие Кришна Лилы. Они превратно понимают или вообще не понимают Бхагавана Шри Кришну. Они думают, что Лакшми Нарайна, божественная чита, более практична, или Рамачандра Сита не авторитетна, а Кришна непонятно кто. Гаудия Гоштипати, Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сожалеет. Он испытывает трансцендентное сожаление. И он беспокоится о людях с Южной Индии, что даже сегодня у них нет никакого представления о великолепии Кришна Лилы, они не понимают. Они думают, что это не авторитетно. Ситарам более достойная или Лакшми Нарайна ведут себя прилично. И вот у них такое приватное понимание о Кришне, и поэтому они говорят так. Мы не говорим, что аватар Рамачандра чем-то плоха, нет, она великолепно хороша. Но и вот в соответствии, если сравнить Рама Нарисимху, то есть какие-то Лакшми Нарайну, но есть такие аватары, которые явили в соответствии с Раса Татвой, которые проявили больше рас, какие-то меньше. И вот больше всех, самое великолепное в этом сравнении, это Бхагаван Шри Кришна, никто не может превзойти его, не то что превзойти, даже приблизиться к его великолепию, к его наполненности расой. И те, кто обрели милость Баладева, только они могут понять великолепие Кришна Бхагавана Гуранга, Гуранги. Читанием. И вот по милости Нитинанда Баларама это возможно понять великолепие Бхагавана Шри Кришны. Обычные люди не могут этого понять. И вот в соответствии с Брахма Самхитой И вот относительно Бхагавад-таттва, она вся едина. As per Brahma Sangita, it is speaking. И вот в соответствии just like lamp glowing, I have seen Брахма Самхита, это подобно горящей лампе. Как на берегу Рагандарла Кунды в день Дипавали, все лампы подносят эти лампады. Лампады, точнее, фитилек горящий. И вот But all lamp glowing, so,
И вот зажигают одинаковые лампы, на одинаковых лампады на одинаковом масле, на одинаковых фитилях, но с какой лампы это все началось? Какая лампа была первой, которая подожгла все остальные лампады? И поэтому мы должны понять вот эту шлоку. И вот Брахма Самхита говорит об этой шлоке, что вся Вишну Таттва, она едина. Шриман Махапрабху, когда он отправился в Южную Индию, чтобы спасти всех падших душ и вот он хотел объяснить им философию садхья-таттвы и даровать им наивысшую милость. И вот в процессе своего путешествия и проповеди по Южной Индии он дошел до Шрирангама. Это зовется Вайкунтха. В нашем материальном мире. В материальном мире, значит, этот материальный мир, Бхагаван специально, он организовал Вайкунтху здесь, как Айодхья, Вайкунтха, Шрирангам, она тоже не отлична от Вайкунтхи Рамешвара, Дварака, Бадинараян Вайкунтха, Айодхья Вайкунтха. Даже где Бхагават-катха происходила на Мишаранье, она тоже Аштам Вайкунтха называется. Восьмая Вайкунтха. Там, где Бхагават-катха происходит, это естественным образом такое место становится Вайкунтхой. Мы не можем, кто-то может поверить, кто-то не может, но там, где происходит подлинная Харикатха, все окружение, все, вся обстановка, она становится подобной Вайкунтхе. Но именно там, где происходит подлинная настоящая Харикатха для удовлетворения Бхагавана Гурварги. Вот если такая Харикатха где-то происходит, это место, оно тоже становится Вайкунтхой, поскольку где находится Бхагаван, это есть место Вайкунтхи. И Бхагаван сказал такие слова. И вот Махапрабху достиг Шрирангам, это было прям запланировано. Он встретился с Линкатом, Батой Тирумалу, Батой, с Прабхудананда и Сарасвати Падом, Гопал Батой Госвами. Они попросили Махапрабху. И вот Чатурмаса началась. Обычно те саду, они не путешествуют во время Чатурмаси. Пожалуйста, приходи. Шрирангам — это Вайкунтха, поэтому побудь здесь какое-то время. И вот Махапрабху принял их приглашение. Он сам Бхагаван Шри Кришна Рамачандра Ранганатх, но явил такую лилу. Если бы было бы не так, как было бы возможно. Рамачандра однажды прострелил семь пальм подряд одной стрелой. И Кришна тоже являл чудеса. Он держал Гирираджа.
И хотя все его друзья, пастушки, они беспокоились, сможет ли он держать Гавардхан, который так тяжел. И вот когда Кришна сказал, и вот эти пастушки запрещали ему поднимать Гавардхана и сказали, давай сначала проверим тебя, вот тут есть толстое дерево, если ты его скрутишь, то тогда мы поверим, что ты сможешь поднять Гавардхан. И вот что случилось в то время. Кришна пошел в деревню Эдхапетха, которая называлась. И вот он взял это дерево Кадамба, свернул его, и этот Мадхумангал сказал, хорошо, теперь мы верим, и мы поможем тебе. И вот Кришна подошел к Гавардхану, поднял его, поместил его на свой мизинец и держал. И эти пастушки, они делали вид, что помогают ему. И также и вот Рамачандры тоже не верили, что он сможет убить Равану, и сказали, что сначала прострели семь этих деревьев одной стрелой. И Рамачандра сделал это. И Чайтанья Махапрабху потом этих, и вот эти простреленные деревья, пальмы, он обнимал, и эти деревья принимали какую-то форму и сразу же уходили на Вайкунху. Very easy, particularly this child. Very easy. Because in the commitment of Nityananda, only the thing you have to do, sincerity, straightforward attitude, no duplicity, whatever. Nityananda, yes. Amare ki niya dao, bhajo gogro hari. Our Srila Bhakti Vedanta Goswami used to sing. I can remember, I cannot forget. Guru Bhakti used to say, you go and do parikram with Maharaj, Bhakti Vallabha. With danda, he used to dance. И Шрила Бхакти Валлабха Тирта Госвами Махарадж, когда он совершал парикрам, он пел и танцевал, и вот пел такие замечательные киртаны. Я вспоминаю и эти прекрасные моменты, к сожалению, сейчас такого уже нету. Единственное, почему я живу, поскольку у меня есть возможность говорить Харикатху, это моя жизнь. Our Bhakti Vallabha Tirtha Goswami Bharati Maharaj born was the last support in our life. И вот все старшие вайшнавы ушли из этого мира, они, ну, как физически ушли, но они все же в наших сердцах. Я вспоминаю их и не могу забыть. И вот таким образом Шрирангам, это Вайкунха, где Махапрабху. And every day taking darshan of Sirangam.
doing Sankirtan to deliver all people. Those who are from seas of Он совершал киртан, получал даршан Ранганатху и в процессе спасал местных жителей. И вот вместе с Венкатой Батой, Тирумал Батой, Махапрабху, он подружил, они подружились с Махапрабху, как Шанкар Бхагаван Махеш. Хотя мы знаем, что он слуга Рамачандры Кришны, но все же и вот даже с... Embracing, and two of them discussing about Krishna Tattva. This is called Bhagavata. So, Mahaprabhu, friend, you know, Mahaprabhu discussing with them, joking with them. Acha Bhatta, I have some question to you. Why Lakshmi Devi cannot get entry into the Вопрос, почему Лакшми не может войти в Расалилу? И вот это у Гопал Бхатта Госвами Махапрабху спросил, и тот сказал, что Гопи не Шакти Бхагавана, Лакшми тоже Шакти Бхагавана. И почему ты такой вопрос задаешь? И Махапрабху сказал, я знаю. Что не Шакти? То есть они вроде как не отличны друг от друга, все не Шакти Бхагавана, но все же отличаются. И Махапрабху обсуждал вот эти темы с ними. И Махапрабху говорит, и вот в соответствии с Сиддхантой Шрипати Нараян и Кришна не отличны. Сиддханта-таха-сту, абхеда-опи, сиришо-кишна-сарупаю, расена-уткишна-те-кишна, расена-уткишна-те-кишна, ишан-расастити. That is the status. That is the status of Rasa. И вот, в соответствии с Расататвой, Кришна, он выше всех, Нарайна он тоже. И что говорить о Рамачандре, он великолепен. Рамалила. Рамалила все. Все лилы, которые Рамачандра являет нам, они все для нашего, для нас, чтобы дать нам тот или иной урок в Рама Аватаре Рамачандра Бхагаван. Он Марьяда Пурушоттам, олицетворение морали. Он никогда не нарушал никакие. Никаких обетов, которые он принял в своей жизни. Не только обязанности, а и ответственность. Все. Он олицетворение морали, порядочности, ответственности. Он готов встретиться с любыми сложностями.
он буквально олицетворение морали. Марьяда Пурушоттама, он никогда не был никогда не опускался ниже своего достоинства. Шри Чайтанья Махапрабху или Бхагаван Шри Кришна, они все совершали различные лилы. Почему? Бхагаван говорит в Падма Пуране, чтобы обрадовать своих преданных, я являю ту или иную лилу. И вот Рама-лила мы должны понять. Рамачандра, Лакшман, Бхарат, Сатьягна, все четыре, они единое Адвайгьян-таттва, явившиеся в различных формах. Та самая одна единая Адвайгьян-таттва. И эта одна Адвайгьян-таттва явилась в форме Рамы, Лакшмана, Бхарата и еще кто там, Сатья как-то, в четырех формах. Как Панчататва, Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта, Гададхара, Шивас и все остальные. Это Панчататва, это они, она не отлична от Гуранги Махапрабху. И вот та самая единая Адвайгьян-таттва, но она явилась в нескольких ипостасях, и также Дашаратха, у нее долгое время не было детей. И служил Рамачандре. Он служил Рамачандре тысячи лет, еще до того, как родился Рамачандра. Эту предысторию не все знают. Тот самый Рамачандра был поклоняем Дашаратхае. И вот можно задать вопрос, почему Мадхвачарья служит Гопалу. Он... И почему на Рамачандре поклоняется Мадхвачарья в форме Вайоватара? И вот в форме Ханумана, Хануман, он вечный слуга Рамачандры, а Бхимасен служит Кришне также. И вот Бхагаван явил божества, которым поклонился Дашаратха. Ну, тот, то есть имеется в виду, те божества, которым поклонялся Дашаратха, они явились в форме Рамачандры. Или еще пример с Мурари Гуптой, он тоже аватара Ханумана. Он поклоняется Рамачандре вечно, Махапрабху. Также признает. Ну, он над ним подшутил и сказал, зачем тебе менять своего Иштадева, поклоняемого Господа. Yeah.
Марегупта однажды принял форму Ханумана. И таким образом Дасарадха, он поклонялся Рамачандре, и в итоге Рамачандра явился вот в этих четырех ипостасях. Я их автобиографию не хочу обсуждать, я хочу говорить о Татве, о Сиддханте. У нее было три жены, Каушалья, Кайкея и Сумитра. И в итоге что случилось? Рамачандра, он вынужден был уйти в лес, когда Дашаратха думал. Он принимал Сиддханту, ну, в смысле, решал, что-то сделать, когда и как. Совершить абхишеку Рамы, моему старшего сына, как, ну, иметь в виду эту инаугурацию провести, сделать его царем официально. И вот произошло чудо. Обычные люди Кайкею обвиняют, что она все тут подстроила. Что Кайкея какая-то плохая женщина тут. Из-за нее Рамачандра не смог стать царем, но никто не знает сокровенной Сиддханты, как в Бхагаватам. У кого-то есть деньги, может купить Бхагаватам и читать, но как это все гармонизировать и понять? By your sharp brain, you cannot understand. So many tika you can comment, still you cannot. You cannot understand. You can misunderstand. You have to deep. You have to go deep into the heart of Bhagavan. И как же это все понять? Нужно погрузиться глубоко в сердце Бхагавана, чтобы понять, что он хочет сказать, и поэтому какие-то ачари пишут неправильно Сиддханту, они не понимают этого. И вот так называемые преданные говорят, спрашивают о Татве, кто-то вот не понимает. Сиддханты, даже будучи ачари, говорят, что джай-виджай пали. Я удивился, думал, никогда такой человек не обрел никакой сатсанг, как он мог сказать, что джай-виджай пали. Поскольку это неправильно, что толку достигать Вайкунтхи, можно оттуда так просто упасть, что толку совершать баджан. Что достигнув Вайкунтхи, можно так просто пасть. Это разве Сиддханта, кто такое сказал? Ни Гурудев ваш, ни Гуру Прампа никогда такого не говорили, и поэтому это стыдно за таких. И вот неправильное Сиддханта, неправильное поведение. Ачарья, собственно, этим и должен заниматься, исправлять Сиддханту, приводить все в порядок. Из-за того, что мы не следуем наставлениям Шрилы Прабхупады и Бхактисиддханты Сарасвати, мы, к сожалению, встречаемся с такими печальными последствиями. И главная обязанность ачарьи – это защита интересов сампрадаи, учения сампрадаи. Это их обязанность. Если придется с какими-то антагонистами поругаться или с асурами, то придется поругаться, что делать ради блага Бхагавана. Хотите ли вы увидеть, я могу открыть книгу и показать. Бхагаван иногда хочет проверить нашу преданность,
нашу верность иногда помещает нас в какие-то вот такие ситуации, в которых нужно что-то делать, сидеть и петь киртаны. То это просто, когда надо что-то сделать более существенное, то многие не могут. И вот вчера мы совершали киртан. Петь киртаны достаточно просто. Можно запомнить и петь. Но в практической форме, если ситуация какая-то сложная возникнет, что делать? Многие боятся. И также Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, много преданных хотели доказать, что они близки, дорогие Шрилы Прабхупады. Но когда ситуация критическая возникла, то все разбежались, оставив Шрилу Прабхупаду. Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, даже когда просто местные брахманы напали на Шрилу Прабхупаду, то все разбежались. И вот у многих такое гуру бхакти, что даже если гуру умрет, не будут беспокоиться, найдут какого-то другого гуру, тут эти гуру вагоны тележка на базаре, бери любого. И вот такая сиддханта. Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, если И вот, к сожалению, очень много неправильных сиддхантов вокруг. Джай-виджай никогда не падали. И вот Махарадж говорил об этом случае уже. И вот Джай-виджай специально совершили ошибку. И поэтому по воле Бхагавана они вынуждены были на какое-то время прийти в этот материальный мир, чтобы отбыть свое наказание. И вот Рамачандра Бхагаван, он попросил Кайкея, хотя мы знаем, что он Каушали Нандан, сын Каушали, хотя с самого детства, когда Рамачандра прибыла пару месяцев, всего лишь Кайкея очень любила Рамачандра. Говоря искренне. И вот с самого детства, ну, с младенческого возраста, и Кайкея была подобна матери для него. Каушали, она тоже была матерью, но биологически. Рамачандра, кого он больше любил, непонятно. И вот как его мать может попросить Дашарадху такого благословения, чтобы отправить Рамачандру в лес, ссылку, а ее сына Бхарата сделать царем.
Хотя Кайкея всегда думала, что Рама — это ее сын, моя жизнь и душа. Как это возможно? И вот была там какая-то цель, какой-то потайной смысл. И вот кто-то там напомнил этой Кайкее, что Рамачандра обещал выполнить три ее желания любых. Дашаратху там то ли пауку ядовитую укусил, то ли еще кто-то. В общем, это Кайкея высосала своим ртом яд его из этой раны. И Дашаратха был очень доволен тем, что она спасла ему жизнь и сказал, что исполнит три любых ее желания. Он сказал, сейчас не надо, попозже. И вот, и поэтому думаете ли вы, что Кайкея какая-то ведьма? Нет. Однажды Рамачандра пришел к нему и сказал: «О, мать, любишь ты ли меня?» «Да». «Люблю. Можешь ли ты сделать все, что угодно для меня?» «Да, могу». «Подумай снова и снова. Я хочу попросить у тебя нечто. Если ты согласишься, то весь мир будет презирать тебя. Сможешь ли ты это потерпеть?» Весь мир отвергнет тебя, будет ненавидеть. Можешь ли ты это потерпеть, да? Спрашивай все, что хочешь. И тогда ты не откажешься от своих слов, нет. И вот сейчас мой отец хочет сделать меня царем. У меня много вещей, которые мне нужно сделать. Нужно отправиться в лес. В лес? Ну, ты вот только что сказала, что сделай все, что я попрошу. И вот ты должна попросить отца, чтобы он послал меня в ссылку в лес. Нет, ну как, только что сказала, что можешь сделать все. Так что давай делай, попроси его, чтобы он отправил меня в ссылку в лес на 14 лет. И чтобы также он сделал твоего сына Бхарата царем, пообещала мне, что сделаешь это хорошо. И вот, когда Кайкея попросила просить такие благословения Дашаратхи, Дашаратха почти, у него сердечный приступ чуть не случился. Рамачандра — мое сердце и душа. О, Кайкея, ты буквально забрала мое сердце. И вот Дашаратха потерял дар речи, как в случае с Ачима. Когда Гуранга Махапрабху отправился принимать саньясу, Сачина потеряла дар речи. И вот, когда мы достигнем такого чувства, деньги — это не признак успеха. Если кто-то строит тысячи храмов, то нельзя назвать их храмами, больше церкви, чем храмы. И это не признак удачи в жизни и в проповеди. А успех в проповеди, что значит, когда весь мир игнорирует меня,
но у меня есть возможность совершать баджан. Гуркишвардас Бабаджи Махарадж, он был такой личностью, кто бросил вызов всему миру, всему миру. Но Шрила Прабхупад внешне не мог так сделать, поскольку ему нужно было действовать как ачарья. Гуркишвардас Бабаджи Махарадж тоже ачарья, но в другом способом действует как ачарья, таких парамахамс, как он, нет. И Рамачандра взял разрешение от отца отправиться в ссылку. Лакшман, младший брат Баларам, он пришел в форме Лакшмана. Сказал, я пойду с тобой. Нет, не надо, нет, пойду. И вот он пошел босиком. И Сита, тоже его жена, сказала, что если ты уйдешь, то толку мне жить, и я тоже пойду с тобой. Я был в том лесу, где Рамачандра жил на берегу. Это в Мадхья-Прадеш и между Мадхья и Андхра-Прадешем. Дандакарани. Махарадж посетил то место достаточно давно. Он говорил Харикатху там. Там, где Сита была похищена Раваной, я тоже это место посетил. И я думал, почему Бхагаван являет такую лилу? Если кто-то думает, что Гуранга Махапрабху делает все на показ, то это оскорбительно. Он по-настоящему чувствует то, что он чувствует, ту боль разлуки. Это урок для нас. Да, он чувствует эту боль разлуки. Если бы Махапрабху не чувствовал такое душераздирающую разлуку, что такое саньяса? Сейчас думаю, что саньяс есть какой-то начальник, что ему все ходят, кланяются и дают деньги, но это не саньяса, это коммерция. И вот так или иначе, Марьяда Пурушоттама, чтобы пообещать, и вот Рамачандра пошел в лес, чтобы исполнить вот обещание своего отца. Лакшман собирал какие-то фрукты в лесу, еще что-то, а Сита раздавала это, ну им и всем этим, кто с ними в ссылке был. И вот Рамачандра явил такую лилу, чтобы наше сердце растаяло. Смотрите, Рамачандра, он Верховный Господь, Парахилишвар, он так много трудности испытывает, даже пошел в эту ссылку пешком, босиком. Взял всего лишь одну одежду с собой. И это зовется Рама-лила. И после этого, что случилось с Сита-деви, я кратко говорю,
Если все Рамайну пересказывать, несколько месяцев займет. Я думаю, сочетание Чайтамриты достаточно Рамайна, конечно, хорошо. Я даже Библию читал, когда был в школе. И вот Махарадж родился на берегу Ганги, ну, в Калькутте, где? Кто там? Ну, какая-то там X-миссия рядом. Ну, они, конечно, пытались что-то проповедовать, со сладостями подкармливать всех, но... And that Samiji also used to stay there. Because the wife of Ramakrishna, she used to stay there. That place is there, Misha, this place. I'm not speaking any rubbish thing. Okay, let them do. At least they are not speaking any rubbish against Google. Ну, в общем, это миссия Вивекананды или как его. В общем, ничего хорошего там нету, но с Гаудия Матхом, по крайней мере, они не борются. Ничего плохого в адрес Гаудия Матха не делают. Но, ну, хорошего как бы тоже не делают, но, по крайней мере, не мешают. Уже хорошо. Занимаются своей кармической деятельностью. Ну, и пускай занимаются. И вот Бхарат Сева Ашрам, может, кто-то слышал. Тоже чем-то занимаются. Непонятно чем, но Гауди Матху не мешают, тоже хорошо. И вот их гуру приезжал в Майяпур, в Навадвипу. Ну, и на этом все кончилось. И тот, когда спускался с лодки, упал то ли в воду, то ли на землю. Ну, и попросил прощения у Чайтаньи Махапрабху на всякий случай. И вот однажды меня послали в офис какого-то директора Peerless Company. Peerless, название такое, как на русский, не знаю. И вот, в общем, какие-то божества надо было купить. Кто-то пожертвование вроде собирался дать, и вот я пошел к нему. Тут слуга его сказал: подождите, сейчас вам чек выпишут. Тут внезапно пришел какой-то саньяси с X-миссии, начал говорить со мной. Он думал, мы какие-то глупцы из Гаудия Матха. И когда я начал говорить ему о философии, он понял, что ему ответить нечего, но я его не оскорблял. Ничем, но его религию и миссию тоже ничем. Это, ну, просто там спросил пару вопросов, почему в Библии сказано, что те, кто занимаются набожной деятельностью, навсегда в рай попадают, а те, кто греховной деятельностью занимаются в ад, навечно попадают, как так возможно. Поскольку, то есть, привести пример с отцом и матерью, если мы что-то сделаем не то, родители нас накажут, если что-то хорошее сделаю, похвалят, но не так, что накажут на всю жизнь или будут хвалить всю оставшуюся жизнь. И вот эти миссионеры переглянулись, ответить им было совершенно нечего. Но я хорошо дал им какое-то пожертвование, чтобы они не обижались.
ну, в то время он работал еще, но вообще ответить им совершенно нечего было. И вот по милости Бхагавана Нитянанда Баларама по прошлой жизни. И вот я когда узнал о Нитянанде Гуранге, об их учении, я понял, что это то, что надо. Как Нишканта Саньял написал книгу Шри Кришна Читания. Когда наш Сатананда с вами прочел эту книгу, он понял, что это то, что он искал, и все его проблемы с поиском духовности, они закончились. Что это наконец то, что он искал. Это есть абсолютная истина. Поскольку он вечный слуга Шрилы Прабхупады, Садхананда с вами являл такую лилу, что вот до этого приходилось ему искать что-то в других местах. И вот Рамачандра в итоге отправился в лес. Но и кратко хочу сказать, Сита Деви была похищена Раваной, так много вещей. В общем, кто-то там хотел жениться на Рамачандре, но Рамачандра до этого принял обетство, не одна жена будет, поэтому жениться не смог. И второй еще раз. Ну, сказал, что в следующей жизни. И вот когда эти все риши Дандакарани, они увидели Рамачандру, они были восхищены им, хотели обнять и поцеловать его с чувством Мадхура-раса-бхавы. Но Рамачандра сказал, нет, в этой жизни я не могу позволить такого, поскольку в этой жизни я принял обет иметь только одну жену. В следующей жизни я могу принять вас всех, когда я приду в форме Бхагаваджана Валабхи. И вот когда я явлюсь в форме Кришны, то я смогу принять вас всех. Мы должны быть честны и искренне. У нас не должно быть никакого лицемерия. У нас нет права, но не должны быть лицемерны. Двуличности тоже не должно быть у нас, только вот у Кришны может быть двуличным иногда, но для того, чтобы проверять преданных. Шрила Прабхупад говорит, что Кришна может быть двуличным, чтобы проверить кого-то, испытать его чувства и верность, преданность. Вот когда Шрила Прабхупада Гуру Кишода с Бабаджи Махараджа просил дикшу, тот все его откладывал, но потом сказал: «Гуру, не та я спрошу». Так уже 18 или сколько раз, и Шрила Прабхупада сказал: «Хватит, пойду в Гангу утоплюсь, я не дождусь вашей дикши». Но Гуру Кишода с Бабаджи Махараджа сказал: «Подожди, подожди, я понял, ты готов». Рам, Нисингха, nobody. Only Кришна.
Even Chaitanya Mahaprabhu don't have. Chaitanya Mahaprabhu is not playing with this. Only Krishna, Lila Purushottam. So now, Sita Devi was abducted. Is it true? Is it true that Sita Devi was abducted by the Ravan, Rakshas? No. Mahaprabhu wanted to establish Siddhanta. When Ravan came, because и вот, как Равана похитил Ситу, и вот один шпион был послан Раваны. Марич его звали. Те, кто ракшасы и демоны, они могут принимать разные формы. Черной магией владеют, как Ахираван. So magical power, powerful power, can do anything. Meghna, Meghna, you cannot see where from the arrow coming. Stay in backside cloud. Meghna, black magic, all illusion, all they have powerful. And in our bhajan. In our bhajan rasta, there are so many. They are doing this kind of thing. Our Krishnadas told. In Mathura, I don't like to name of that idiot. Ну, в общем, всяких демонов хватает. To die. Is giving one fruit in the hand of Krishnadas and speaking openly so that you can become alert. Don't take anything from anyone. Don't take. I speak to him when they are serving prasadam. В общем, надо быть очень осторожными, если вам что-то отдельно дают, лучше сто раз подумать и проверить. То, что им дают, могут какой-то гадости посыпать, или яда, или еще что-нибудь, или просто там черной магии приправить. Поэтому, если кто-то что-то дает, вот тот, когда преданный был, не столь осторожен. Его чем-то угостили и чуть не помер. И вот не все понимают пользу гуру вайшнавов, обезьяны понимают пользу бананов. Свиньи свою еду едят, а что-то более, больше мало кто понимает. И вот Сита не была похищена, когда Раван пришел. И вот тут какой-то золотой олень появился, но это форма этого демона была, какого-то демон принял такую форму, и Рамачандра говорит, это иллюзия, тут мы в лесу, какие тут золотые олени, нет, вон он ходит, давай лови. И Рамачандра сказал, ну что делать, пошел ловить этого оленя. И вот этот Марич принял форму золотого оленя, чтобы отвлечь. И вот Лакшмана оставили защищать Ситу, и в то время этот Марич, опасный ракшас, перенял форму Рамачандры, но начал орать, о Лакшман, защити меня специально, чтобы Лакшмана отвлечь. Он может голоса подделывать и прочее. Сита Деви услышал, о, смотри, твой брат в опасности, и быстро пошел защищать. Нет, не может быть, нет.
говорите, брат в опасности, пошел быстро защищать. Нет, мой брат не может быть никакой опасности. Лакшман знает, кто такой Рамачандра. Ах, ты не пойдешь. И Сита сказала. В общем, как-то что-то сказала ему, что ему стало очень стыдно. Лакшман никогда не видел лица Ситы. Он смотрел на ее лотосные стопы. В общем, она его когда обидела специально, что он вынужден был пойти и сказал, ну, раз приказала, придется идти, но моя просьба, не выходи из этого. Ну, там какой-то магический круг очертили с какими-то мантрами и строго-настрого запретили выходить из этой области. Если вы выйдете, то одни проблемы будут, поэтому сиди тут. И тут стоило ему идти, тут внезапно появился какой-то саньяси. Это Равана принял форму саньяси и вот начал тут активно требовать подношения еще. А, ты еще мне тут неуважительно даешь. Давай выходи из своего магического круга, и тогда я возьму твое подаяние. Но поскольку хотел зайти, тут огонь возникал и не давал ему пройти. И вот Раван решил, надо как-то выманить эту ситу. Ну и сказал, что я саньяси, хочешь благо для своего мужа, давай выходи, давай всего и побольше. И вот Сита, в общем, вышла, и тот ее схватил и вытащил. И Сита Деви начала плакать, но было поздно, Равана принял форму Раваны, скрываться ему уже было незачем. И начала кричать: «Спасите, спасите!» Начала звать Рамачандру. В общем, ее посадили куда-то и увезли на Ланку. Тем временем Джатаю, друг Дасаратхи, птица, и Сампати, брат Джатаю, он друг Дасаратхи. И когда и вот он увидел, что Ситу тут тащит на Ланку, он увидел, как-то препятствовать начал. Ну, хотел помешать на этого Равана вместе с Ситой. Он тут одной рукой держал Ситу, другой сабли пытался как-то отогнать этого Джатаю. Но не получилось. В общем, этому Джатаю крыло отрубил. В итоге тот уже лететь больше не мог. Но тело он не оставил, несмотря на такое ранение, все же с надеждой ждал. Так или иначе, по крайней мере, если увижу Раму и Лакшмана, то сообщу, кто Ситу похитил, и вот потом можно помирать с чистой совестью. И тем временем Сита скидывала свое украшение по дороге, чтобы... Если Лакшман или Рама увидят ее украшение, то поймут, в каком направлении ее утащили. What happens, my father?
Because father's pain is like father, tato. They are not saying father, tato. Why? Who made this condition? But your Shakti, Chitaradi, is being abducted by Ravana. Ravana, yes. That's why. I wanted to protect, but I couldn't do it. Рамачандра этого Джата увидел, спросил, что случилось, тот сказал, что вот Ситу похитил Равана, пытался ее защитить и остановить, но вот крыло мне отрубили, не смог дальше лететь. И потом они нашли... Он потом Рамачандра нашел украшение этой Ситы, спросил Лакшмана, ее ли это украшение. Тот сказал, что не знает, поскольку все глаз выше, ее стоп никогда не поднимал. И вот Рамачандра был очень печален, называл Ситу по всему лесу. Почему? Он для нас, чтобы у нас, чтобы развить какое-то чувство у нас, любовь и уважение к Рамачандре. Смотрите, Бхагавана попал в такие сложности, но Сита на самом деле не была похищена. Махапрабху сказал об этом в Курма Пуране. Сказано, там один южный диский браман очень переживал на эту тему, что Ситу похитил Равана, но Равана даже не мог видеть Ситу, только тень Ситы. В Курма Пуране говорится, и вот вопрос возникает. Он Бхагаван, он и вот и хотя он Бхагаван, но так он переживал о Сите. А почему? Бхагаван, там говорится, что Бхагаван явился. В форме человека являл такую человеческую лилу. Однажды одна матаджи Нагова Пурниму спросила, почему Махапрабху себя ведет так, ну, как обычный человек. Но в том-то суть, что Махапрабху явил себя как обычный человек, чтобы никто не подумал, что он Бхагаван. Поэтому делал вид, что он обычный человек, причем до такой степени, что иногда забывал сам, что он Бхагаван. Но Дваракадиш Бхагаван не забывал об этом. Playing with boys, covered boys, you know, so many, just like human being. Not even something different. That is called the excellency, I mean the madhurya. И в этом великолепие Кришны. Who man care? Кто? If Ramchandra Vyama Bhagavan, anybody can cry? Nobody can cry. He's Bhagavan. Bhagavan can do anything. Who can create infinity world by desire? Бхагаван может сделать все, что угодно, может творить бесчисленные миры и уничтожать их. И вчера я говорил по жесту Баларама, все эти бесчисленные миры, они сотворяются и разрушаются. И, ну, смотрите, этот же самый Бхагаван, он искренне плакал о том, что Сита похищена. И в Бхагаватам говорится, куто ишвараша? What did it?
fifth canto. Shita krita vaishanani kuta isharasya. He is Bhagavan. Where from this kind of painful situation can be created? And he is going to lose his, wife. Not there. He is one kind of grave. In Bhagavad Gita, you can say, oh, Sita Devi is Lord. Sita Devi is Lord. That's why Ramchandra. No. But still, yes. No. At the same time, still, yes. If I am playing some drama to some limit, it can go. After that. At the same time, it's true. At the same time, not true. Because it's Bhagavan. It's true because it's human being. Chotsita kuto vyashanani kuto isharasa. So how we can expect Bhagavan going to his Shakti is missing? И как можно подумать, что Бхагаван потерял свою шакти? Это просто он сделал для того, чтобы показать, что он, как обычный человек, потерял жену и жалеет об этом. Потом он встретился с Сугривом в Кишкиндале. Хануман тоже там родился в Кишкиндале. И с утра он увидел, как восходит солнце, сказал матери, что хочет это поймать. И вот он прыгнул ее. И поймал солнце. Настолько он был могуществен. Потом он принес гору в своих руках, чтобы спасти Лакшмана за ночь. В Рамаяне рассказывается множество этих случаев. Кришна-лила достаточно запутана, а Рама-лила гораздо более проста. У обычных людей это понять превратно что-то достаточно просто, поэтому Кришна-лилу многие даже не думают о ней. Лила Рамы более проста для понимания. Nikaraj, Balu. They all cooperated with Ramchandra. Shivji Maharaj took decision. I will take a monkey to serve Ramchandra. Actually, so many Tattva Siddhanta there. Inside Hanumanji Maharaj, Ram, Shankar Bhagavan is there. Шанкара Шива находится внутри Хануманы. Однажды Шива сказал, что сейчас является Рамачандра, я приму форму обезьяны, чтобы служить ему. И вот и так внутри. Ну, таким образом. Он служит ему, и вот с Бхагаватом обычно читаем. Банде Махапусуте Чарнар. Стекта Густаджа Сурепши Тараджа Рупшим. Дхармишта Арджа Бачаса Джатага Дараньям. Майя Мигу Дейтеп Ситам Бадхаваду.
Банде Махапурушате Чарана Аравинда. So nice. Who can feel? Who can feel? И вот это очень прекрасная шлока. Бхагаватам все комментаторы пишут. И вот эту шлоку все комментаторы комментируют в пользу Рамачандры. Рамачандра Сакшат Бхагаван и имеет бесконечное богатство. И оставив все это, чтобы защитить обещание отца, уйти в лес. И что это значит? Это Рамачандра. For whom it is applicable? For Acharya. Stakta, Dustakta, Surepsi, Dharat, Jalokshim, Dharivishto, Arjavachasa. Arjava means Jestho, Sreshto, Dasaraji Maharaj. To protect his promise, he is going to forest. And in forest, going to lose wife. И вот Рамачандра ушел в лес на ссылку, то там потерял жену, поскольку из-за влияния иллюзии. Come on, Sita Devi is the internal energy. Solution. How is possible for Sita Devi to make mistake? Sita Devi foolish. She don't understand is a miracle. I know. Почему Сита себя так повела? Она что не знала, что это всего лишь мираж? Почему она отправила этого Рамачандру ловить этого иллюзорного оленя, сама попала в лапы саньяси, ну, этого, который Рамана, который принял форму саньяси. Then it is applicable for Ramcha, very clear. But, here is one part. Our Vishwanatha Chakravarti Pada Sikha Acharya, он сказал, что это также к Махапрабху применимо. Vishwanatha, someday I can explain. И в один из дней я могу объяснить. Если обсуждать эту лилу с разных точек зрения, то мы почувствуем радость, видя, как лила открывается с различных сторон, какие-то вещи, вот как Гурангер, применимы какие-то к Рамачандре. И вот Вишванатха Чакраварти, он Расикачари, он показал, что это применимо к Гуранге также. И вот Рамачандра построил бридж до Шри-Ланки. С помощью Ханумана и всех остальных он достиг Ланки, и после этого он захватил Ланку, победил Равану. Так много лил, времени мало сейчас.
И что же делать? И в итоге все разрушено. И брат Равана, он попросил Равана: «О, брат, это ж необычный человек, смотри, он Верховный Господь, Рамачандра, не нужно так делать, что ты мне тут советы даешь». В Нити-шастра говорится, те, кто сумасшедшие, фанатики, если им дать правильный совет, они обидятся и нападут на вас. Поэтому лучше не давать таким людям советов, иначе пострадаете. И вот этот Равана сказал: «О, ты глупец, я Раван, а ты мне тут советы даешь». И вот своего брата он как-то ударил, чтобы тот его совета не давал. Этот Вибишан встал, сказал: «Хорошо, хочешь отвергнуть меня, если...» И Равана очень возбудился, начал его поносить последними словами, говорить, что ты тот шпион в нашем роду. Выгоню тебя. То сказал: «Не надо выгонять, я сам войду». В общем, этот Вибишан ушел. Потом, когда Рамачандра пришел, захватил Ланку, и этого Вибишана назначил царем Ланки. В то время один Равана был, а сейчас... Из его крови, вот, может, кто-то видел Мундамала, Суманисимха, или как-то. And taking the blood. Because one drop of blood falls, then from that blood, like sheep in the countless samanas. So now that Ravan gone, but countless Ravan too. В общем, Раван тот ушел, но после него много таких других Раванов возникло и мешают. Раванок тот, кто стремится к лабхе, пуджи, к пратиште, к деньгам, к дешевой славе и прочим таким мелочным вещам. Сирам Чандраю Намуна. What is the meaning? Bare. Каково значение этой слоги? Шидас Госвами Пад, перед тем, как писать комментарии к Бхагаватам, думал: Шримад Бхагавата Махапурана, она не отлична от Кришны. Кришна, он бесконечен. И как я могу написать комментарии? По милости Нарисимхадева. Нарисимхадев явился в Баджан Кутире Сидас Госвами Пада. И вот там Нарисимхадев явился и благословил его. И поэтому говорится, что Сидар обрел милость Нарисимхе. И поэтому может понять все значение Бхагаватам. И вот Сидас Госвами Пад, когда он писал комментарии, он думал: Бхагаватам подобно бесконечности, как такое малое создание, как я, может все это понять. Но, и он понял, что нужно принять прибежище у Рамачандры, поскольку Рамачандра — это тот, кто смог построить
мост через океан. И вот хотя я очень падшая душа, и вот с помощью помилости Рамачанды я могу построить мост из комментариев, которые помогут понять и пересечь этот океан. И поэтому вот перед тем, как писать комментарии, нас Шридас Госвамипад начал прославлять Рамачандру. В какой-то день я более подробно объясню, но сегодня конец. Jai Sri Ramchandra Bhagavan ki jai. Shapasha Sri Ramchandra Bhagavan ki jai. Dasaraj Ji Maharaj ki jai. Jai Kaushalya Devi ki jai. Kaikeyi Devi ki jai. Jai Sumitra Devi ki jai. Ram Lakshman Bharat Shatrughna Ji ki jai. Jai Avadhpuri Dham ki jai. Samagra Parshad Binda Bhaktivinoda Sahit Ramchandra Bhagavan ki jai. Рам нами титвара Махамахотсав ки жай, жай сида бхакти валла титу гусе Махарад ки жай, тоди авирвав титвара Махамахотсав ки жай, жай бхакти сода асам гусе Махарад ки жай, тобу тоди атирвав титвара Махамахотсав ки жай, гаур пеман. I wanted to speak so many things because every year I'm speaking about Махарад. Год я говорил Махараджи, а Рамачандра не успевал, поэтому в этом году решили Рамачандре говорить на Гурдеве попозже. After that you can take Puspanjali to Ramchandra, we are with him.